Игрушки Белоснежка и Стив так и продолжают искать способ захватить весь мир, но в одиночку им точно не справиться. Дача все же повернулась в сторону наших героев, и они нашли в квартире дверь, которая ведет в заброшенный подвал. В этом подвале обитают старые игрушки, которые, возможно, присоединятся к нашим героям и помогут им в нелегком деле. Туни Геймс Магазин с самыми низкими ценами на самые топовые игры. GTA 5, Minecraft, CSGO. Путин, также тут ты сможешь купить ключи и выиграть одну из самых дорогих игр всего лишь за 50 рублей. Ссылочка в описании. Ну чё, Белоснега, пойдем, настал тот день, когда мы мир захватим! Нет, подожди! Ну да, может, так раз игрушки построили. Подожди, куда она ведет? А это железная дорога какая-то, да-да, мне кажется, так быстрее будет. Пошли, Белоснега, пошли. Да, я беру вагонет. Я первый, я проеду. Ну хорошо, я вторая. Там-то может просто быть... А ты куда? Я быстрее, Стив! Давай за мной! Там может быть опасно, так что аккуратно. Ой-ой-ой. Это спуск какой-то, Белоснега, держись! Держу! Ой, трясет, такой кабасит, такая. Ой-ой-ой-ой-ой! Курица, осторожно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не задави меня, не задави! Осторожно, чё ты куда? Я жду меня плавать. Так, ты знаешь, что тут вообще есть? Ты мне рассказывал тут какие-то игрушки. Ну, в общем, вот этот вот мальчик Стефан, да, вот здесь, он говорил, что сюда относят всякие вот плохие игрушки, которые уже испортились. Ну, в принципе, да, они хотят же тоже захватить весь мир, поэтому я думаю, можно с ними там поговорить. А, то есть с ними никто не играет, поэтому они злыми, да, стали, да? Ну да, да, подожди, да, да. Белоснега, подожди, ну смотри, раз они злые, мне кажется, нужно подготовиться, а то хрен знает, что у них там сидит в башке, а? Мужчина нападает. О, а где ты взял это такое, где такое взял? Вот когда мы тогда, помнишь, вертолет стрибзили? Там я захватил, тебе не сказал, держи, вот смотри, оружие. Офигеть! Не-не-не, мне такое не надо, я так не умею пользоваться. А, ты биту хочешь? Ну на, держи. Да, хочу дубины всех бегать. Смотри, какой я терминатор, видишь? Опа, нормально, да. Нормально. Я так. Думаю, нам даже драться-то не придется, они же... Да, в смысле не придется, смотри. Мы ж злые как бы, мы мир захватить хотим, понимаешь? Ну да, ладно. Будь злой, Белоснега, давай, одевайся. Я оделся уже. Чё ты не оделась, ты голая у меня. Нет, я оделся. Оделся? А чё ты... Ну ладно, пошли. Так, смотри, иди сюда, тихо. Так. Видишь, ага. Видишь, там кто-то есть. Ну да, ну ты, я не знаю, может попробуешь с ними поговорить? То есть чтобы они в армию, да, нашу там присоединились? Да, а? Ну ты поосторожней будь, мало ли, может они тебя там грохнуть захотят. Грохнуть? А ты вообще знаешь, кто это такие? А ну посмотри внимательно. Ну смотри, как я понимаю, это скелет, да, из твоей вот игры непонятный, правда он какой-то весь... Да, скелет с Майнкрафта, да, а вот там кто сзади ходит, вот этот синий, это кто-то вообще такие? Ой, я не знаю, это, по-моему, с корпорации монстров, чувак. Ну, тоже говорили, он порезался чем-то, короче, порвался, вот. Порезался, ну, ладно. Здрасте, пацаны, мы, короче, с миром пришли, мы тут собираем армию, людей будем убивать. Вы злые, вы тоже против людей? Это Белоснега! Да какие бежи, давай, Белоснега, давай, по башке сзади, давай. Бью. Что-то какая-то плохая армия, которая сражается против нас. Что-то они не хотят в нашу армию вступать. Они, походу, вообще злые, вообще с катушек слетели эти. Так, ладно. Белоснега, мы, походу, тут одни. Ладно. Не, смотри, кажется, что там вижу. Может, туда пойдем? Да, и тут что-то есть, смотри. Ну, ладно, пошли туда. Так, аккуратно. А может, и сюда пойдем? Мне кажется, здесь как-то безопаснее. Ага, еще каких-то вот таких дебилов там наверху найдем. Нет, смотри, там вроде, походу, адекватные какие-то мужики ходят. Давай, я первый, Белоснега. Ладно, как знаешь. Аккуратно, тут смотри, аккуратно. Ага, да, я бегу за тобой. Пол протекает, что ли, что-то вообще такое непонятно. Ага, да, что-то протекает. Так. Ну давай сюда, быстро, Белоснега, за мной, быстро, бегите сюда. Давай, я бегу. Стив, я так не умею быстро бегать, подожди меня. Научишься, давай сюда наверх. Ой-ой-ой. Тихо, иди сюда. А это кто? Это тот, о котором ты рассказывала? Смотри, вот там наверху стоит, смотри. Да, это какой-то там из вашей игры какой-то злой. Слышь, ты сейчас говоришь, что кто-то говорит. Это Херабри, да. Ой-ой-ой. Смотри, там... Людей как-то много, он походу армия... Ой-ой-ой, там охранник в башне! Так. Там, а ну посмотри, Белоснега, там ворота закрыты? Да, закрыты. Там ворота закрыты, и охранники ходят. Может, все-таки туда пойдем, куда я тебе говорила, там, мне кажется, побезопаснее будет. Ладно, давай пошли туда, там уже продумаем, что мы дальше. Быстро, побегаем! Ты где? Бежим! Пока нас не заметили, давай!
Давай, пока не заметил, нужно план сейчас продумать, Белоснега будет. Давай, 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 продумываем. Давай, давай, беги, беги, Белоснега. Быстрее, быстрее, быстрее. А чё это я первый? Нет, давай ты первый. Ты слабый, ладно, давай беги. Так, всё, сейчас мы всё продумаем. Ух ты, ни хрена себе, смотри. Офигеть, тут целое войско. Ты смотри, что там командует. Видишь там? Орёт, чё-то. Слушай, 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 у меня идея появилась. А может, мы его кокнем, вот это вот, как там, херохрина, да? Не, херобрин, какой херохрин? Херобрин. Херохрен, я понял. Да, херохрен, поняла, да. Поняла. Так. Вот этого херохрена ты кокнешь, да, и ты будешь ими командовать, и у нас будет войско. А чё ты думаешь, они нас послушаются, вот это войско послушается меня? Да они ж тупые, это же игрушка, да, просроченная. Скелетоны, да, да, да. Так, так, а как оно к нему за... А ну давай повыше заберемся там, посмотрим, может как-то мы к нему... Так... О, смотри, ну что-то есть, какой-то сундук. О, кирка на веревке, бери, бери, Белоснег, у меня это уже есть мне, такая. Да, 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 это мне, это так. Мне. Смотри, а может мы к нему как-то подберемся, подкрадемся, забарим его как-то сзади и все, и войско... Да, полетели! Что-то не получилось. Давай ты первый, я не умею. Я первый? Так, вот смотри. Да ты это все просто, смотри. Опа! Потом. Смотри, киркой на веревочке непонятный. Подожди, подожди, где там? Подожди, тут сложно просто. Опа! Во, я тут. А я. Ой, а как дальше? Помогите! Еще и ливнул, дебил, а? Я выкинул. Белоснега, давай дальше, только в этот раз аккуратнее, вот, пожалуйста. Вот твоя кирка на веревке какая-то очень плохая, не надо. Да все там нормально, только аккуратно нужно. Вот смотри. Ой, опа, я тут. Давай, быстро! Цепляйся. Полетела, да, полетела! О, молодец, молодец. В этот раз не все в порядке. О, так, хорошо, нам, да, нам все сейчас... хорошо. Опа, давай, давай, я тебя ловлю. Давай, давай, прыгай, 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 давай, прыгай. Так, опа! Прыгнула. Так, да, давай, первый, первый, побежали, побежали. А что он что-то такое говорит? Что это за язык-то такой? Что-то понять не могу. Непонятно, непонятно, не понимаю. Непонятно. Это ваш майнкрафтовский, да, такой? Не-не-не, я такой вообще не знаю. Так, тут... аккуратно, аккуратно, не упади. Ай! Молодец, молодец. Ой. Опа, давай, опа! Ты паркур в майнкрафт... А, ты в майнкрафт вообще не играла, ладно. Давай. Да. Да. Давай, паркур, это паркур называется. Давай, давай. А. Паркур. Смотри, там какой-то охранник! Да. Охранник! А ну подпрыгни, а ну подсади меня, подсади... Ай! Он... сыт! Так, если он сыт, давай мы его грохнем. Короче, Белоснега. Давай ты грохнешь, я не буду в это лезть, как бы сам давай сделай. Давай, не ломайся, давай со спины просто дубинка. Ну ладно, ладно, давай, давай. Давай, 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 по башке. Тихо, обходим, обходим. Он сыт, он сыт. По башке, давай, давай. Давай! Смотри, смотри. Ой, что это такое, ну-ка бери, что это? Ключ. От чего ключ? От какой-то двери, походу. Тут пошли с этого места, он тут насал, воняет. Пошли фу, сюда. Как воняет-то, фу. Так, опа, давай, давай, прыгай, прыгай. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Так, молодец, ага. Молодец, пошли. Давай тут аккуратно, так. Тут уже вот этот... Ну, херогрин, да, хибрин, молодец, гитлер. Так, пошли, пошли. Это же моя сеструха, сеструха! Это же тоже Белоснежка, а это Басветик. Офигеть, они тут что, заложники типа? Да, мне говорили, что до меня была тоже какая-то Белоснежка, но она куда-то пропала бесследно. А, так. Сеструха, вот. Сеструха! Так, ладно, Белоснега, сейчас не до нее, потом разберемся, пошли. Ну, ну тут же сеструха, ну подожди, ну сеструху как-то... Так как мы ее сейчас вытащим? Как у нас ни ключей, ни кирки, чтобы сломать вот это потом? Давай сначала генерала завалим, а потом... Сеструха, я приду, сеструха, да, я приду, не переживай. Да, мы придем, пошли, пошли, только тихо тут, тихо. Ага. Смотри! Чё это? Это печка какая-то, да, давай тут аккуратно, Белоснега, давай. Опа! Тут, давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А если я тут повралюсь, я же умру. Да, ты умрёшь, так что давай аккуратно. Так, ты готова? Наш план. Наш план, Белоснега. Какой наш план? Я всё забыла. Куда? Я без женской памяти, я ничего не помню. Ну, мы сейчас приходим, смотри, открывай. Так, он где-то там, да, стоит? Где-то там стоит. Короче, мы приходим. Просто, пум, сталкиваем. Опять дубинкой по башке, битой, хреначишь его. И всё, да. Типа, и я говорю, типа, мы тут главное, ты будешь моей правой рукой. Хорошо, мы захватим эту армию, и потом планету всю, а потом космос, понимаешь? Мы игрушки. Ой, давай, 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 давай. Ой, давай быстрее уже тыкай. Подожди, вот, подожди. Фу, пошли, 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 тихо, тихо. Тихо, тихо.
Зурби. Готово? Готово? Всё, давай, давай, раз, два, три, давай! Лосик, мы это сделали, мы это сделали! Давай, быстрее говори, я не знаю! Мы тут главные, вы все говно! Нету власти... Нет у вас тут власти! Мы тут главные, мы... Давай, Белоснега, тут хватит поддакивать! Закрой уже! Мы тут главные, мы пришли, вы все говно! Эта мразь, которая тут была, ничего не стоит! Мы тут главные! Твою-то... Да все, я молчу. Законы, правила, все будет круто, если будете с нами. Мы новая армия, мы... А что мы хотим? Мы мир хотим захватить так же, как и вы. Слушайте нас. Да! Все, я тебя... А моя правая рука, вот она, немного туповатая. Да, это я, Белоснежка. Да, так, сегодня закроет. Короче, готовы, войско? Ты готова, Белоснега? Готова? Да, готова, ура! Давайте тогда. Вот!